Привет всем, у нас очередная самоделка стойки стабилизатора на Renault. Прежде чем начну умничать, хочу посоветовать вам канал коллеги. Ссылку оставлю в описании. Очень молодой перспективный канал. Заходите, подписывайтесь, всегда отвечает взаимностью. И у него есть чему поучиться. Сделали мы эти стойки, как обычно, со стоек стабилизатора Ланоса. Здесь все те же 4 втулки. Болт у нас 150 мм. Резьбы оставили на 25 мм. Все размеры оставлю в описании. Изготовить его будет несложно. Можно просто обычный болт подобрать. Единственное, что здесь сохраняется, это 3 шайбы. Сверху, снизу и одна, которая устанавливается между рычагом и верхней резинкой. Кто уже сталкивался со стойками стабилизатора на подобного рода автомобилях, разбивает в рычаге отверстие, там где стоит стойка стабилизатора. И чтобы это предотвратить, мы ставим туда шайбу. Сейчас установлю все на машину и покажу, как это все выглядит. Как видно уже, эта стойка стабилизатора подизношена. Она у нас уже стоит на машине около полугода. Прежде чем снимать ролик, нужно было проверить, работает ли, все ли будет нормально. Сейчас вот сняли, нужна была замена сайлентблоков рычагов. Сейчас поставлю стойку обратно, становится, устанавливается без всяких проблем. И служит, прослужит намного дольше, чем стоковые, которые предусмотрены на данный автомобиль. Вот, собственно, то, о чем я говорил. В рычаге разбито посадочное место для стойки стабилизатора. Вот у нас стоечки уже полностью в сборе, установленные на автомобиль. Две из четырех резинок становятся между рычагом и стабилизатором, подтягиваются. Можно, кстати, резьбу на штоке увеличить где-то до 30 мм, чтобы со временем, когда просядут втулки, можно будет поподтягивать их. Резинки все-таки не вечные, но ходить будет долго. Делюсь с вами в надежде, что кому-то пригодится. За шум извиняюсь, но все происходит в реальном времени, в реальное время.